Ефим Абрамович Рабинович. Старый еврей, не любит запах кошачьей мочи и есть вилкой. Любит спать, гороховый суп с мацой Лена Миллера. Фаина Марковна, начальник кухни всея коммуны. Любит чужие дела, готовить и елочные игрушки. Не любит беспорядок, хиппи и сыроедение. Здравствуйте. Здравствуйте, Ефим Абрамович. Как ваше здоровечко? Не дождетесь. Рабинович, что вы сегодня стали не стоя наить? Вы знаете, я просто в шоке от нашего правительства. Вы знаете, что они в Одессе запретили заниматься сексом в миссионерской позиции? Боже, какая катастрофа, но я не понимаю, Рабинович, каким боком это касается вас? Тетя Афая, дядя Тима, давайте послушаем его Шопена. Сонечка, шестилетняя дочка Розы Моисеевны, не любит запреты, комочки в манной каше и врачей, любит сладкое, маму, гулять, действовала всем на нервы, Петю и еще раз сладкое. Софочка, деточка, ты бы не могла пойти испражняться на скрипочке там, где нет твоих ушей. Ты здесь плачешь, почему я тебя глаза не видели. Рабинович, вы играете на скрипочке? Нет. А ваш брат Веня? Да. Что да? Тоже нет. Рабинович, занимайтесь. Слушайте, не портите себе нервы, я вас прошу. Вы мне лучше скажите, чем вы будете шуршать столом на обед. А вам лишь бы покушать. Ну, конечно, я же мужчина, вы же знаете. Ой, Рабинович. Гоша Лужанский, вундеркинд-изобретатель, сын Розы Моисеевны. Не любит, когда кто-то говорит больше него. Любит экспериментировать, спаивать и туризм. Как ваша здоровечка, Ефим Абрамович? Гоша, тоже не дождетесь. Фаина Марковна, вы слышали? Полгода назад я изобрел самогонный аппарат и гоню отличные настоечки. Гоша, чтобы вы были здоровы, самогонный аппарат. Хиппи, просто хиппи. У меня только канализация забита, под дрожжами воняет, еще 69 хиппи на кого не свадьбу справляют. Не, ну понимаете, эти хиппи мне нужны для экспериментов, я на них оттачиваю свои настоечки, понимаете, если ничего не станется, как с предыдущими, не бойтесь. Это всегда говорили. Еще 2 часа и попустят идею. Больше, больше, присаживайтесь на меня. Фаина Марковна сделала чудесную корку из синих. Давайте попробуем, кстати, чтобы вы так знали. Вот, между прочим, в обед она сделает эконом рыбку фиш. Я бы хотел, чтобы туда добавили вот этих вот ваших приправок. Это за те приправочки, что вы мне дали в тот раз. И у нас потом 69 хиппи свадьбу на кому не справляла. Не надо мне приправочки. Ваши хиппи все мои цветы повыдергивают. Роза Моисеевна, многодетная мама Сонечки, Гоши и Свертка, который с ней уже 3 года. Не любит расходовать нервы, любит форшмак, командовать, мечтать о светлом будущем своих детей. Роза Моисеевна, хоть один нормальный человек на кухне. Как вы смотрите на то, чтобы вы пожарили свою яичницу в моем сале, а я завтра разрешу вам сварить ваше мясо в моем супе? Ну как вам это нравится? Она прогоняет ребенка с кухни и делает ему травму. Я не понимаю, Роза Моисеевна, я тоже рада вас видеть. Но ваши дорогие дети, дай им Бог здоровечко, сделали мне уже беременную голову. Ваша дочечка Сонечка, золотой ребенок с почти второй столярский. Перескрипочку на моей кухне, а Гоша, золотой мальчик, не голова, а дом советов, развел тут самогонный аппарат и посидел хиппи. А за истерику, Гога! Мама, еще замерз? Ты хочешь кушать? Ой, мама, я жутко извиняюсь, мне уже пора. До свидания, увидимся на следующей неделе. Где это видно, что ребенок убегал от своей мамы. Видел папа? Фаина Марковна, есть разговор. Мои дети творческие личности будут заниматься искусством, где хотят. Томми, нам печенька. Доброе утро. И вам, Ефим Абрамович, крепкого здоровья. Сарказм. Отметова Анна Сергеевна, Девочка из России, учитель русского языка и литературы. Не любит мужчин с грязными ботинками, пошлые анекдоты, черную смородину. Любит Чехова, леопардовое нижнее белье, дождь. Фаина Марковна, вот почему все таксисты в Одессе спрашивают, где мы едем? Анна Сергеевна, как надо. Спрашивают, почему отвечают вопросом на вопрос, я уже не стану. Сонечка, ты единственный человек в этой коммуне, кому еще можно научить говорить правильно. Давай позанимаемся. Не надо заниматься. Зачем? Давайте я вам загадку загадаю. Кто медведям лапы рвет, зайчиков под дождь сует, танет мячик бросил в речку, обломал бочку дощечку. Каждый знает, это кто? Это... Аккем Борько! И видишь, голоса не для уши не слышали. Ань, что вы такая худенькая, бледненькая? Сядьте покушайте. Я фигуру берегу. Ой, ради бога, чтобы сберечь вашу фигуру, надо кушать, кушать и кушать. Я питаюсь духовной пищей. Да, ради ж плохо питаетесь, но только с хлебом, с маслом. От вашей пищи много мыслей, да мало калорий. Тима. Я слышала, тетя Эля проклад какой-то говорила с каким-то привидением. У меня лопатка есть. Давайте пойдем клад покопать. Там пирожки, мороженки, карамельки. Идемте. Идемте покопаем. Что это? Здесь, видите, тоже уже капиталка нужна. Косметика уже никак не поможет. Все перекрытия прогнили и пол ходуном. Элоиза Помпер, архитектор, внучка архитектора этого дома. Не любит, когда ее называют Эля, рано просыпаться и тараканов. Любит порядок, французские романы, собак. Элечка, дед, что ты опять забыла на моей кухне с каким-то странным молодым человеком? Подождите, меня надо выйти. Вы посмотрите, вы знаете, нашел лопату и пошел в него склад искать. Господи, ты хочешь, ну иди уже, иди. Какой клад? Элечка, какой клад? Чего тебе надо? Финочка Марковна, если вы меня забыли, меня зовут Элоиза, и я привела прорабов, который выяснит, сколько ремонт вам выйдет по деньгам. Анна Сергеевна, посмотрите, все плохое. Они таки хотят объединить нашу кухню, разделить наши комнаты. Где это видно? Где их нос, я вас спрашиваю? Фаина Марковна, я послушаю ваши термины, когда омлетка на голову падать начнет. Ша, подождите, не надо меня вот это вот. Класс? Ну какой класс? Да какой класс? Вы посмотрите сюда. Шо у вас такое? Нас снова приглашают в Свингляндию. Театр на сцене Свингляндия 2012. Я тоже позволю себе небольшую театральную зарисовку. Да где ты, надо? Театр — это хорошо, но женщины еще лучше. А киевские женщины лучше всякого театра. once you fade away, it's now only a mystery letter, it's writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that win the prize today are just silly gigolos. So if romance is what you're craving, don't sit on your hands behaving like Eskimos. Anything goes. Craze for dancing, spreading until even grandpa's treading on grandma's toes. Anything goes. Consider the books, we've got the new looks, we've got the food fads, we've got the mad ads, we've got the crazy games, we've got the ladies' names, we've got for each hurricane that blows. лекции, ведение кабаре предполагают кратковременный отдых для ведущего. Я почитаю меню, да? Пожалуйста. Мне, пожалуйста, кашку перловую. Вот у вас тут, а рыбная котлетка есть? Хорошо. А вот томатное пюре долго будет готовиться? Томатное пюре быстро. 2 минуты, да? 2 минуты. Хорошо, спасибо. Вы знаете, мне нужно сделать звонок по работе, а я потом вернусь и хочу томатное пюре уже, чтобы было. Спасибо, я пойду позвоню. Алло. Специально для моего друга Виталика, который сегодня за пультом. children. He's not working today. He's not working today. Don't have that time to think of time. He's not working today. Oh no, oh no, not oh no, oh no, yes oh no, oh no, oh no, this is the body, this is oh no, 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 this is the. Man, that cat fell in like a gangbuster. Falls in like a gangbuster. Starts to swing and swing. Cause it be your way out to get in the groove. Ding da da da. Falls in like a gangbuster. You have forced the cat from him. Then you can rest assured that it be your cure to make your trouble disappear. Give it now the level. Make it a little bit of way. Every time you feel fall in like a gangbuster, keep yourself from feeling blue. Cause it'll be your way out, your way out. You really know what to do. Bang, 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 up to do. Bang, 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 up to do. Bang, 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 up to do. Let's pop, let's pop, down. Like a gangbuster. Start to swing and swing, cause it's be your way out, your way out. To get in the groove today. Get in the groove today. Hey! Shimshammy too. I Now listen, y'all. Put it 4 degrees. In the shade. That's all right. I wanna get back to the day. Oh, no, no, no. Thanks, this for me. Oh, yeah, yeah. Such a fine way. That's what Fat Black wants to be. Spain, come on. Sorry, man. Через заросли дикие слоны. Ты не бойся мамонтов, засыпай скорей. Мамонты, мамонты, мчатся все быстрей. 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 Мамонты всегда дию, мчатся напролом. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Это видео. Я ж не фотограф. Давайте это самое. Бульбашки выходят. Бульбашки выходят.